xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbər efirdədir, studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Rusiya Federasiyasında rəsmi səfərdə olan Prezident İlham Əliyev fevralın 22-sində Moskva şəhərindəki Aleksandr bağında naməlum əsgərin məzarını ziyarət edib. Prezident İlham Əliyev Rusiya paytaxtında Kremlin divarı yanındakı Aleksandr bağına gəldi. Thank you.
Rusiyada rəsmi səfərdə olan Prezident İlham Əliyevin fevralın 22-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təkbətək görüşü olub. Пожалуйста, Павлович. Здравствуйте. Но, к сожалению, эта пандемия несчастная, да. Не дает нам нормально общаться и встречаться, что вызывает определенную досаду, но все равно я очень рад вас видеть. Спасибо, что приняли приглашение. Визит ваш проходит в преддверии заметного события в наших двусторонних отношениях, 30-летие установления дипломатических отношений. И сегодня мы подпишем декларацию о союзническом взаимодействии. Это совершенно очевидно новый этап в развитии наших отношений. И, безусловно, стало это возможным, в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении вопроса карабахского урегулирования. Я думаю, что мы можем, несмотря на те проблемы, которые в текущей жизни еще возникают, все-таки быть удовлетворены тем, что мы достигли того уровня, на котором сейчас находимся. Мы об этом, конечно, подробно поговорим сегодня. Но в любом случае уже есть определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокирования транспортных коммуникаций. Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать, но мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы этот процесс шел мирными средствами, развивался мирным путем, и чтобы мы добивались, безусловно, удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс. Кстати говоря, и Российская Федерация, и другие ваши соседи, я знаю, заинтересованы в том, чтобы вот такая эти вопросы, в том числе по транспортным коммуникациям, решались, потому что в этом заинтересованы не только Азербайджан и Армения, заинтересованы и Россия, и, повторяю, все другие ваши соседи. Что касается торгово-экономических связей, то они развиваются поступательно. Несмотря на пандемию, у нас в прошлом году товарооборот вырос на 16 с лишним процентов. И это очень хороший показатель. Мы благодарны вам за то, что вы поддерживаете наше взаимодействие. У нас планы очень серьезные в этом отношении. Наши экономические связи достаточно хорошо диверсифицированы. И это создает хорошие предпосылки для дальнейшего движения вперед. Благодарна вам и за решение чувствительных для нас, и, на мой взгляд, очень важных и для Азербайджана гуманитарных вопросов, прежде всего за поддержку в развитии русского языка в 300 школах Азербайджана. Я знаю, что русский активно изучается, пользуется популярностью. Мы, разумеется, всячески будем это поддерживать и в будущем. Региональные связи развиваются достаточно эффективно. Ну и, конечно, я вас воспользуюсь случаем, вашим визитом, для того, чтобы проинформировать вас о том, что происходит у нас на украинском направлении. Вы знаете, что вчера Россия приняла решение признать суверенитет двух народных республик Донбасса. Сразу же хочу сказать, мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности. После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, возникшими, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве. Но даже в острых, очень острых ситуациях, которые являются, скажем,
Нагорно-Карабахского урегулирования, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. Ну, к сожалению, так у нас после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть, именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал. Я вот только что перед вашим визитом сегодня разговаривал с президентом Казахстана. Думаю, это второй очень хороший пример того, что Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его. Казахстанский пример говорит тоже и подтверждает именно такую нашу политику. Мы, как вы знаете, по просьбе казахстанского руководства поддержали в рамках ОДКБ Казахстан в связи с внешней агрессией международного терроризма. И как только эта проблема ушла по просьбе руководства Казахстана, мы все свои вооруженные силы в рамках контингента ОДКБ вывели и продолжаем сотрудничать с Казахстаном по всем линиям работы, которые, безусловно, идут на пользу как России, так и Казахстану, и укрепляют суверенитет Казахстана. Мы так и намерены действовать дальше в отношении всех наших соседей. Повторяю, с Украиной другая ситуация, и связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. Дело только в этом. Но у нас будет возможность сейчас более подробно обо всем поговорить. Я вас проинформирую о деталях. В любом случае, я хочу сказать, что я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. В первую очередь, спасибо за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Рад, что наши контакты носят регулярный характер. Мы с вами встречались менее чем 3 месяца назад. В конце ноября, и сегодня я нахожусь в Российской Федерации. Все это свидетельствует о том, что отношения наши развиваются очень динамично. Мы находимся в постоянном контакте, созваниваемся, ну и, конечно, личные встречи всегда имеют особое значение, тем более, как вы отметили, в преддверии подписания, я думаю, важнейшего документа между нашими странами. И символично, что это происходит в канун, как вы отметили, 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. И думаю, что этот документ однозначно будет иметь очень позитивное значение для наших стран, для нашего взаимодействия, также для региональной безопасности. Мы очень ценим дружественные добрососедские отношения, которые сложились между нашими странами, укрепляем их. И подписание декларации о союзническом взаимодействии, думаю, очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали последние годы и наращивали потенциал взаимного сотрудничества. Это были не просто слова, не просто намерения, но и конкретные дела. И декларация достаточно обширная, в ней более 40 пунктов, охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия и, как я уже сказал, будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений. В целом, политические отношения между нашими странами развивались всегда очень позитивно за последние годы, но сейчас они выходят на самый высокий уровень. Хотел бы также разделить ваше мнение по поводу хорошей динамики в торгово-экономических связях. Наш товарооборот уже превысил более 3 миллиардов долларов, как вы отметили, рост 16%, с перспективой роста и в этом году. И уже январские показатели об этом свидетельствуют. Очень много конкретных проектов мы реализуем, конечно, об этом тоже сегодня поговорим. И спасибо, конечно, за вашу высокую оценку
того, что мы делаем в гуманитарной сфере. Я благодарен, что вы всегда отмечаете это и цените наши усилия. И, как вы правильно отметили, это важно и для России, и для Азербайджана. Что касается школ, хотел бы только чуть-чуть уточнить. В Азербайджане около 340 школ с обучением на русском языке, в которых обучается более 140 тысяч детей. А более 15 тысяч азербайджанских граждан в Азербайджане обучаются на отделениях русского языка в вузах. Так что это важнейшая, думаю, основа наших отношений и будущего наших связей, потому что русский язык всегда объединял страны бывшего Советского Союза, и, конечно, без знания русского языка очень трудно будет налаживать коммуникации будущим поколениям. Поэтому это, как я уже сказал, очень важный фактор нашей жизни. Конечно, сегодня поговорим, как вы отметили, о ситуации в нашем регионе, о постконфликтной ситуации. Российская Федерация сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией и перевода урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу. И трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года при активном вашем личном участии, как раз и позволило нам урегулировать этот многолетний конфликт. Сегодня новая ситуация, сегодня геополитические реалии в регионе приняты мировым сообществом, и Россия играет также очень важную роль, я бы сказал, главенствующую роль в деле создания возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, открытия транспортных коммуникаций, установления нормальных соседских отношений, и мы очень ценим эту роль. И надеемся, что армянская сторона будет так же, как и мы, со своей стороны, выполнять все пункты заявления, подписанного в ноябре 2020 года. Так что повестка дня очень обширная, этот визит особый. Я в качестве президента в России 48-й раз. Но это особый случай, поскольку сегодня мы подписываем такой важный документ, еще раз, исторического характера. Еще раз благодарю за приглашение. Спасибо. Fevralın 22-sində Moskvada Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamə imzalanıb, sənədi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin imzalayıblar. Daha sonra dövlət başçıları mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Дамы и господа, начинается церемония подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдарович Алиев подписывают Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Церемония подписания завершена. Переходим к заявлениям для СМИ. Уважаемый Ильхам Гейдарович,
Дамы и господа, только что подписанная нами с президентом Азербайджанской Республики декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень. Этот стратегический документ стал центральным элементом и главным итогом состоявшихся переговоров. И весьма символично, что декларация о союзничестве подписана в год 30-летия установления официальных дипломатических связей между Россией и Азербайджаном. За прошедшие десятилетия российско-азербайджанское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах. И мы, безусловно, настроены на дальнейшее всемерное развитие по-настоящему тесного союзнического взаимодействия с опорой на прочные традиции дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интереса друг друга. Сегодня был подробно рассмотрен весь комплекс актуальных вопросов двухсторонней повестки дня. Прежде всего, мы обсудили возможности и перспективы наращивания взаимовыгодных торгово-экономических связей. Отмечу, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос на 16% и достиг почти 3,4 миллиарда долларов, а общий объем встречных капиталовложений составляет порядка 6 миллиардов долларов. В скором времени очередное заседание проведет Российско-Азербайджанская межправительственная комиссия. Также планируем направить российские деловые миссии в Азербайджан для изучения возможностей по развитию кооперации в области энергетики, сельского хозяйства и ряда других отраслей. Российские бизнес-структуры заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области электроэнергетики, готовы оказывать содействие в модернизации азербайджанских электросетей, а также подключиться к проектам в сфере возобновляемых источников энергии. Эффективное партнерство налажено и в промышленности. В прошлом году открыт совместный завод группы «ГАЗ» и «Азермаш» по производству автомобилей коммерческого и специального назначения. При российском участии ведется техническое обновление подвижного состава азербайджанских железных дорог и бакинского метрополитена. Строится совместный сервисный центр «КамАЗ» в Азербайджане. Считаем важным и далее укреплять взаимодействие двух наших стран в финансовой сфере. Этому, несомненно, способствовало бы более активное использование национальных валют во взаимных расчетах и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Активизировалось сотрудничество России и Азербайджана в области медицины и фармацевтики. Наши страны по-партнерски взаимодействуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В самый острый период пандемии на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских учреждений. Организованы поставки в республику вакцины «Спутник Ви». На традиционно высоком уровне находится и сотрудничество в гуманитарной сфере. На днях в Москве стартовали Дни Азербайджана, в рамках которых будут организованы выставки, концерты, литературные чтения и многие другие яркие культурные мероприятия. В свою очередь, в начале марта в Азербайджане пройдет очередной форум молодежи двух стран. Мы признательны азербайджанскому руководству за поддержку и продвижение в республике русского языка и культуры. Напомню, что в стране действует более 300 школ с обучением на русском языке. В большинстве вузов функционируют русскоязычные факультеты. Вот в ходе переговоров господин президент напомнил, что не 300 школ, а 340 школ. Мы не успеваем за этим следить и считать, за что мы очень благодарны. Мы придаем этому важное значение. Упомянув, что в России в настоящее время обучаются свыше 11 тысяч азербайджанских студентов, из них более 1000 за счет средств федерального бюджета. Особое внимание, естественно, уделили вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как вы знаете, вчера у меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении. Была подтверждена важность осуществления в полном объеме всех трехсторонних договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху, достигнутые на высшем уровне. Полагаем важным, что сейчас жизнь в регионе постепенно налаживается, входит в мирное русло.
В свои дома вернулись уже более 50 тысяч беженцев. Решаются практические вопросы реконструкции хозяйственной инфраструктуры, защиты объектов истории, религии и культуры. С азербайджанской стороны была дана высокая оценка деятельности российского миротворческого контингента и в целом вклада России в стабилизацию ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Наши миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и обеспечивают поддержание режима прекращения огня. Проводят работы по разминированию, участвуют в гуманитарных акциях и оказывают помощь местному населению. Российские военные врачи осуществляют профилактические мероприятия против коронавируса, включая вакцинацию российскими препаратами. Условились и далее содействовать скорейшему разблокированию всех экономических транспортных связей в регионе. Речь идет о том, чтобы восстановить в полном объеме пассажирское и грузовое сообщение между Азербайджаном и Арменией и другими странами региона, подготовить к реализации конкретные совместные проекты в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. В этом заинтересованы все участники этого процесса, непосредственные его участники, Азербайджан и Армения, и, конечно, все соседи Армении и Азербайджана. Еще одной приоритетной задачей видится запуск процесса демилитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Со своей стороны, Россия многое делала и будет делать для достижения всех вышеупомянутых целей и задач. Конечно же, продолжим оказывать всяческое содействие урегулированию любых спорных вопросов, в том числе пограничных, помогать в решении имеющихся острых проблем. В общем, сегодняшние переговоры ясно показали, что у России и Азербайджана имеется общая заинтересованность в обеспечении стабильности и безопасности в Кавказском и Каспийском регионах, в развитии интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. И в заключение хотел бы выразить признательность Ильхаму Гейдаровичу за продуктивную совместную работу сегодня. Убежден, что достигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению всего комплекса российско-азербайджанских отношений на благо двух стран. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы в первую очередь выразить благодарность за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Я очень рад вновь побывать в Москве. Наши встречи носят регулярный характер. Менее чем 3 месяца назад мы также встречались и обсуждали важные вопросы двусторонней повестки, региональной проблематики. И интенсивность наших встреч – яркое свидетельство динамичного характера развития наших связей. Россия и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы, добрососедства, которые сегодня, как Владимир Владимирович отметил, выходят на качественно новый уровень. Между нами существует очень широкая договорно-правовая база, 245 документов подписано, но декларация, которая подписана сегодня, имеет среди них особое значение. Эта декларация выводит наши отношения на союзнический уровень. Это и большая привилегия, это и большая ответственность. И мы шли к этому дню упорно, долго, наращивая потенциал сотрудничества, выстраивая отношения, основанные на искренности, на добрососедстве, на прагматизме, на учете взаимных интересов. Практическая работа над декларацией о союзническом взаимодействии началась чуть более года назад, и за это время соответствующими экспертными группами наших стран был согласован очень обширный документ, состоящий из 43 пунктов и охватывающий практически все основные сферы нашей деятельности. Первый пункт декларации говорит о том, что стороны будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга. Этот пункт говорит о характере наших отношений, говорит о том, что эти отношения проверены временем и основаны, как я уже сказал, на дружеских чувствах, на взаимных интересах
и на устремление в будущем, потому что этот документ не только подводит итог многолетней совместной работе, но и открывает огромные перспективы на будущее. Мы будем наращивать политическое взаимодействие, будем так же, как и раньше, поддерживать друг друга в международных структурах, увеличивать взаимную торговлю, объем взаимной торговли и решать все вопросы, которые на повестке дня. Сегодня с Владимиром Владимировичем мы вместе провели более 5 часов. И время прошло очень незаметно. 5 часов интенсивного общения. И это само по себе показатель того, насколько наши связи тесны и искренни. Мы уверены, что в торгово-экономической сфере открываются новые возможности. Владимир Владимирович отметил значительный рост товарооборота. Уверен, что в этом году эти позитивные тенденции будут наращены. Этот год, как вам известно, год 30-летия установления дипломатических отношений. В апреле мы будем отмечать эту дату. И к этому рубежу мы подходим с хорошим заделом. Очень многообещающие возможности в деле увеличения взаимных инвестиций. Мы сегодня также подробно обсуждали возможности сотрудничества и углубления сотрудничества в транспортной сфере, и не только в двустороннем, но и в многостороннем региональном формате, с учетом новой ситуации в регионе, новых геополитических реалий. Существует уже платформа сотрудничества, так называемая 3+3, которая, уверен, сделав первый шаг, стороны, члены этой платформы, участники платформы будут и дальше сотрудничать, в том числе и в этой сфере. И вопрос открытия коммуникации в регионе сегодня также обсуждался и, я думаю, имеет очень хорошую перспективу. Я благодарен Владимиру Владимировичу за оценку нашей деятельности, совместной деятельности по гуманитарному сотрудничеству. Эта сфера всегда находится в центре внимания президента. Мы, можно сказать, даем соответствующий импульс развитию этой сферы. И те цифры, которые Владимир Владимирович привел по количеству школ с обучением на русском языке и количеству студентов из Азербайджана, обучающихся в России, показательны. Они говорят сами за себя. Хотел бы к этому добавить, что в Азербайджане в высших учебных заведениях на русском отделении обучаются более 15 тысяч студентов. И интерес к обучению на русском языке растет. Также в нашей стране действуют филиалы МГУ и медицинской академии имени Сеченова, и мы рассчитываем наращивать потенциал сотрудничества. Также в этом году мы планируем восстановить регулярное проведение Бакинского гуманитарного форума, которое было прервано из-за пандемии, который проводился и будет проводиться и дальше под патронатом президентов России и Азербайджана. Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с участием российских компаний в работе на освобожденных территориях. Существует большой интерес. Уже на сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний, и мы пристально их рассматриваем. Считаю, что эта сфера, это новая сфера нашего сотрудничества, будет и полезна с практической точки зрения, а также будет укреплять уровень нашего взаимодействия. И, конечно же, сегодня мы подробно обсудили постконфликтную ситуацию в регионе. Мы благодарны России и лично президенту Владимиру Владимировичу Путину за роль в окончании войны между Азербайджаном и Арменией и в усилиях по постконфликтному урегулированию. Считаю, что для такого многолетнего противостояния, около 30 лет, и таких огромных потерях, с которыми столкнулся Азербайджан, то, что по прошествии чуть более года Азербайджан и Армения уже задействованы в 2, как минимум, международных форматах, а именно рабочая группа на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформа 3+3,
куда входит Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, это уже показатель наших намерений. И, конечно же, мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты декларации от 9-10 ноября 2020 года, касаемо вывода всех армянских вооруженных сил с территории Карабаха, а также открытие коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, но, к сожалению, в этом направлении работа идет очень медленно. Как я уже отметил, президент Владимир Владимирович Путин сыграл важную роль в окончании войны, о переводе урегулирования с горячей фазы в фазу политического урегулирования. И сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска путей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Возможности для этого есть. Азербайджан неоднократно заявлял готовность начать работу над мирным договором, который также будет охватывать вопросы уточнения границ, делимитации и прочих вопросов, которые необходимы для любых стран, которые хотят урегулировать отношения между собой. Новые реалии в регионе, я уверен, принесут новые возможности. Азербайджан настроен на мирное будущее. Нам не нужна война, она нам не нужна была никогда. Освобождение азербайджанской территории, восстановление территориальной целостности военным путем была вынужденная мера, и наша готовность решать этот вопрос после военной стадии политическими методами еще одно подтверждение наших намерений. Я уверен, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут дальше вносить существенный, я бы сказал, решающий вклад в дело укрепления мира на Кавказе, дело укрепления сотрудничества в Каспийском регионе и на пространстве Евразии. Еще раз, уважаемый Владимир Владимирович, благодарю за приглашение, за гостеприимство и хотел бы воспользоваться возможностью пожелать дружественному союзническому народу России новых успехов и новых достижений. Спасибо. Спасибо. Prezident İlham Əliyev fevralın 22-sində Rusiya Nazirlər Kabinetinin əlaqələndirmə mərkəzi ilə tanış olub və Rusiya Federasiyası hökumətinin sədri Mixail Mishustin ilə görüşüb. Уважаемые Ильхам Гидарович, позвольте вас еще раз поприветствовать и предлагаю сегодня обсудить наиболее важные стратегические вопросы в свете подписанной сегодня Владимиром Владимировичем Путиным и вами декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана. Это важнейшее решение выводит нас, наши дружеские и добрососедские отношения на еще более высокий уровень. Хотел бы вас заверить, что правительство Российской Федерации сделает все необходимое для того, чтобы воплотить в жизнь решения наших лидеров. Мы искренне дорожим дружбой с азербайджанскими партнерами. Она основана на прочных связях наших братских народов. В текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений, и история нашего добрососедства уходит корнями в глубину веков. Важно, что, несмотря на пандемию, наше торгово-экономическое сотрудничество укрепляется. Оборот, вы, наверное, говорили об этом подробно, товарный оборот вырос на 16% по сравнению с 2020 годом, достиг 3 миллиардов 300 миллионов долларов. В Азербайджане работает более 1000 компаний с российским капиталом, реализуется очень большое количество совместных проектов в области энергетики, машиностроения, транспорта, имеется большой потенциал для кооперации в сфере сельского хозяйства, инфраструктуре, возобновленной энергетике, цифровой экономике. Эти задачи активно решает наша межправительственная
комиссия со стороны Российской Федерации курирует вице-премьер Алексей Логинович Аверчук. Положительные результаты также дают регулярные деловые миссии российских компаний в Азербайджан. Мы бы хотели продолжать эти контакты, визиты, которые организованы российским экспортным центром. Также большое внимание мы уделяем нашим межрегиональным связям. С Азербайджаном сотрудничает более 70 субъектов Российской Федерации. Мы совместно боремся с коронавирусной инфекцией, взаимную помощь друг другу оказываем. С нашей стороны передали Азербайджану специальные тест-системы, были направлены бригады наших лучших медиков. И сегодня около 220 тысяч доз вакцины «Спутник» было поставлено. Я убежден, что массовая иммунизация поможет нам в том числе справиться с пандемией и сберечь здоровье наших людей. Хотел бы еще раз отметить отдельно важное заявление лидеров России и Азербайджана и Армении, которое дает возможность для развития Закавказского региона. Убежден, что разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов отвечают интересам всех государств Южного Кавказа. У нас большая содержательная повестка. Спасибо, мы рады, что вы приехали к нам в Координационный центр правительства Российской Федерации. Конечно, готовы обсудить все актуальные вопросы нашего взаимодействия. Пожалуйста, вам слово, уважаемый. Спасибо большое, уважаемый Михаил Владимирович. Спасибо за добрые слова. Вы совершенно правильно отметили, сегодня подписана декларация о союзническом взаимодействии. Это новый этап в развитии наших отношений сегодня. Мы с Владимиром Владимировичем очень долго общались, обсуждали очень много важных тем и двустороннего взаимодействия, региональной проблематики. И, конечно же, во время выхода к прессе отмечали важность сегодняшнего дня, который останется в истории межгосударственных отношений наших стран. И, конечно, символично, что это происходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений. Мы, помимо прочих вопросов, также детально рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества, выразили удовлетворение тем, как развиваются наши связи, и хотел бы выразить вам благодарность за личное внимание, которое вы уделяете развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Рост товарооборота значительный с учетом пандемической ситуации, конечно же, показатель того, насколько эффективно мы работаем. И также хотел бы отметить эффективную работу межправкомиссии, возглавляемую вице-премьерами наших стран, которая оперативно решает и вопросы, которые возникают там, на таможенных пунктах, на КПП, а также и занимаются стратегическим планированием наших торгово-экономических связей. Очень приятно, что наращивается уровень взаимной торговли. Думаю, что потенциал еще больше. Надеюсь, что в этом году мы также будем с удовлетворением отмечать рост товарооборота. И, безусловно, вопросы, связанные с региональной проблематикой, с учетом новых реалий в регионе, создают хорошие предпосылки для не только укрепления мер доверия, мира, безопасности в регионе, но и для взаимовыгодного экономического партнерства в двустороннем формате и многостороннем. И сегодня на встрече с президентом Российской Федерации мы также обсуждали перспективы нового формата сотрудничества 3+3, который в первую очередь предполагает на данном этапе активную работу по транспортно-коммуникационной проблематике, логистической проблематике. И уверен, что сегодняшние дискуссии и обмен мнениями, которые мы проведем, будет служить делу реализации всех пунктов трехстороннего заявления руководителей России, Азербайджана, Армении от ноября 2020 года, с тем, чтобы мы могли полностью реализовать наши планы. Российско-азербайджанские отношения проверены временем. Мы на протяжении периода установление дипотношений, конечно же, развиваем связи, но, конечно, без той основы, которая была заложена предыдущими поколениями, наверное, нам бы не удалось достигнуть этих успехов. И сегодняшнее подписание декларации о союзническом взаимодействии – это особый документ в
портфеле нашей договорно-правовой базы. Уверен, что он будет служить делу укрепления дружеских, добрососедских и уже с сегодняшнего дня союзнических отношений между нашими странами. И особо хотел бы поблагодарить российскую сторону за помощь в борьбе с коронавирусом. Мы очень признательны за то, что была послана бригада специалистов. Мы получили ПЦР-тесты. И вакцина «Спутник» у нами сертифицирована, как вы знаете. И мы рассчитываем в дальнейшем также работать в этом направлении с тем, чтобы сохранить здоровье наших граждан. Еще раз спасибо за эту возможность обменяться мнениями. Спасибо за очень интересную презентацию по координационному центру. И обсудим сейчас уже практические вопросы, вытекающие из общих установок. Спасибо. Moskvada Azərbaycan günləri çərçivəsində bir sıra tədbirlər keçirilib. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə baş tutan tədbirlərdə fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva da iştirak edib. Azərbaycan günləri çərçivəsində Moskvadakı yeni Tretyakov qalereyasında Tretyakov qalereyasının kolleksiyasına olan əsərlər adlı ekspozisiyada xalq rəssamı Tahir Salahovun əsərləri sərgilənir. Ziyarətçilərə burada rəssamın məşhur Gladiouslar, Qara Qarayevin portreti və Aydın adlı məşhur əsərləri təqdim olunur. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ekspozisiya ilə tanış oldu. Qalereyada Azərbaycanın xalq rəssamı Tahir Salahovun dünyaca məşhur əsərləri sərgilənir. Onun yaratdığı sənət nümunələrində insan taleyi vasitəsilə dünyaya, həyata baxışı və fəlsəfi düşüncələri rənglərin ən incə çalarları ilə dolğun ifadəsini tapıb. Ekspozisiyada Tahir Salahovun natürmort, peyzaj, portret janrlarında müxtəlif dövrləri əhatə edən əsərləri yer alıb. Görkəmli rəssam həm də Azərbaycan incəsənətinin çox əsrlik ənənələrini Avropa Boyakarlıq Məktəbinin nailiyyətləri ilə birləşdirib. Мы показываем его масштабные работы, такие как «Женщины Абширона». Biz onun bütün dövr üçün əlamətdar olan Abşeron qadınları iri həcimli əsərlərini böyük rus bəstəkarı Dmitri Şostakoviçin tələbəsi olan bəstəkar Qara Qarayevin portretini nümayiş etdiririk. Aprelin 21-dən sentyabrın 5-nədək hər kəs Venesiya Biennalesində böyük kanal boyunca üzərək məşhur Cefascori binasında Tahir Salahovun adı yazılmış böyük banner görəcək. Bu ekspozisiyaya Tretyakov qalereyasının kolleksiyasından 7 əsər və bir sıra kolleksiyalardan əsərlər daxildir. Bu sərgi 2014-cü ildən bu binada nümayiş etdirdiyimiz trilogiyanın 3-cü hissəsidir. Sonra Gelikon Opera Teatrında Azərbaycanın musiqi ulduzları Moskva səhnəsində adlı bayram konserti təşkil olunub. Hər birimizə təbrik düşür, çünki bu möhtəşəm bayramdır. Biz artistlər üçün burada iştirak etmək şərəflidir. Azərbaycanla Rusiya arasında dostluq münasibətləri hər sahədə inkişaf edir. Biz isə bu əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində yaxından iştirak etməyə hazırıq. Tamaşaçıları möhtəşəm konsert gözləyir, çünki burada tanınmış, istedadlı insanlar toplaşıb. Azərbaycan ifaçıları klasik rus bəstəkarlarının əsərlərini ifa etməklə ölkəmizin rus mədəniyyətinə, incəsənətinə, musiqisinə olan xoş münasibətini sərgilə olurlar. Konsertdə tanınmış incəsənət ustaları Azərbaycan və Rusiya klassiklərinin əsərlərini ifa etdilər. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə keçirilən Moskvada Azərbaycan günləri çərçivəsində baş tutan tədbirin məqsədi Moskvalıları və şəhərin qonaqlarını Azərbaycanın tarixi və mədəni irsi ilə tanış etməkdir. Xəyalə Məmmədova, Yunus Orucov, ASTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, bu saata bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.